підкреслити головне та звернути увагу на події. Про це проєкт «Акценти» на телеканалі «Сігма». Я Ганна Дробот, вітаю. Отже, сьогодні будемо говорити про створення і розвиток ОСББ в Маріуполі. Спочатку, друзі, я все ж таки пропоную подивитись сюжет на цю тему, а вже потім представлю наших гостей. Сусідні будинки на вулиці Котляревського, 8 та 8А. Пані Лариса мешкає тут майже півсторіччя. Ділиться, повноцінного ремонту не було жодного разу. Утім, за 3 роки в ОСББ вже відремонтували покрівлю та підвал. Ще багато планів у нас. Дом перший, старий, і тому потрібно багато ще зробити для жильців, щоб поставити хорошу пам'ять. Замінити електрику у нас в аварійному стані, ну 48 років. І у мене йде обрушення верхніх етажів. Повністю заказала експертне заключення, смету составили, передавайте документи. А ще реалізували затишний двір із новими гойдалками, гіркою, тренажерами, лавками й альтанками. Як і раніше, це улюблене місце для дітлахів, розповідає Аліса. Ну, буває медведі така є, грається, як догонялки, прятки. Тут була земля і та тут пісочниця. Потім ще була тут горка. І ще були там качелі старі. У сусідньому подвір'ї також галас та сміх. Подивитися на оновлені двори приїхав і депутат округу Геннадій Бабек. Згадує свої перші враження від будинку. Ми тут стояли в розвалинах і в розрухі. Видно, нічого не було. Тобто всього от того, що ми зараз бачимо з вами вокруг, ні площадок асфальтованих, ні мощення, нічого цього не було. І, звісно, ну, відчуття було таке грустне, як би забита якась така деревня, як би куди побіжати. Перейняти досвід та підтримати колег прийшов голова ОСББ Зелінського 30. С помощью этой программы мы можем восстановить свои дома, запланировать плановые ремонты, капитальные плановые ремонты и приводить дома в порядок. Так мы получаем капитальные ремонты кровли, мы получаем капитальные ремонты отопления, мы участвуем в мини-проектах. Сейчас уже около 1000 в СНД принятых. Хорошо ли это или плохо? Ну, люди все довольны. Значит, это хорошо. Вот меня спрашивают, а это вообще сплочает людей? Я говорю, ну, конечно, сплочает. Сплочение начинается еще, когда они только проводят учредительное собрание. Меморандум про співпрацю з головами ОСББ підписав мер Вадим Бойченко. Это гарантию вам даешь, что вот мэр приехал, подписал председатель, что эти проекты все будут реализованы. Что это не пустые слова. Сегодня председатель понимает, что у него есть надежное плечо конкретно мэра города, его команды. Соответственно, он берет на себя эту ответственность, разделяет со мной. Поэтому я говорю, что это мои друзья. Прошу вас поддерживать моих друзей. Отже, черговий крок на підтримку ОСББ був зроблений тоді, коли був підписаний меморандум між міським головою та головами ОСББ. А вже потім, наприкінці березня, депутати прийняли нове положення розвитку ОСББ до 2026 року, яке і розширює можливості для жителів, і дає старт новим проєктам. Оце і буде сьогодні тема нашої програми, друзі. Якщо вона вас зацікавила, тому телефонуйте, номер телефону 0800 606 2095, або дописуйте під нашою трансляцією у Фейсбуці. Я ваше питання побачу і задам нашим гостям. А найбільше знаються на цьому питанні сьогодні директор департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Сергій Марчук і керівник громадської організації Рада голів ОСББ пан Владислав Колесніков. Панове, я вас вітаю. Здравствуйте. Отже, пане Сергію, до вас моє перше запитання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте розвиток ОСББ в Маріуполі на сьогодні? Ну, для того, чтобы полноценно оценить, где мы находимся сейчас, надо немножко вернуться в историю. А история нам говорит о том, что вернемся вот в 2016 год и посмотрим, как, кто управлял нашим жилым фондом. В городе Мариуполе 2208 многоквартирных домов. Из них 296 домов – это дома барачного типа, ну, приравниваются к частному сектору, то есть мы их отодвигаем за скобки. И остается у нас 1912 домов – это многоэтажные дома. И вот в 2016 году 96% многоэтажных домов находилось в управлении кого? Наших ЖЭКов. То есть жители не влияли на содержание своего дома. Да, они платили квартплату, видели, что происходили работы
по наведению порядка, там, уборка придомовой и какие-то аварийные ситуации регулировались. Но капитальных ремонтов дома не видели с даты застройки. И если говорить, где мы сейчас находимся, то возьмем ту же 1912 домов, и мы видим, что 1200 домов уже в ОСМД. Это составляет 60% жилого фонда. То есть вот эта статистика и вот эта динамика, да, нам говорит о том, что ОСМД – это тот проект, и он считается самым эффективным проектом в части содержания своих домов. Потому что каждый житель понимает, за что он платит, куда он платит, и что с домом происходит, и что произойдет через определенное количество времени. То есть если даже взять статистику по обращениям граждан, да, мы видим, что дома, которые сейчас находятся под управлением управляющей компании, нам задают вопрос, а когда же будет капитальный ремонт? А жители домов ОСМД такие вопросы не задают, потому что у них четко сформировано понимание, когда будет капитальный ремонт и что вообще в доме происходит. И до 2021 року было одне положение, по якому розвивалося ОСББ. Тепер положение інше, тому я дуже вас прошу, щоб ви мені розказали про ці нові можливості, які зафіксовані в пунктах цього положення, про нові проєкти, якщо що це можливо? Може, це буде більш зручно, наприклад, розказати в режимі «було, стало». Там, наприклад, колись це був ремонт одного конструктиву, один затишний двір, зараз два. От що вам приходить зараз на думку? От розкажіть, будь ласка, я розумію, що про все неможливо поговорити, але такі найцікавіші, найактуальніші, на вашу думку. Да, фундаментальні речі, вони, в принципі, остались в положенні, в програмі підтримки. І пролонгуються і далі. Да? Но то, чего не хватало жителям, то, чего не хватало председателям, они, естественно, свои идеи предлагали. Когда это положение разрабатывалось, мы собирались всеми председателями, были рабочие группы, и мы самую там, идеальную модель, да, включили в это положение, вышли на депутатский корпус. Очень это обсуждалось на депутатских комиссиях, детально, скрупулезно, и мы приняли это решение. Если говорить о ключевых, то, что дополняет, да, дополняет еще. Вот у нас были все мероприятия, которые покрывали там аварийные ситуации. Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, уютный двор, да, потому что это комфорт на придомовой территории. Но на лифты программа поддержки не была распространена. Естественно, жители теперь говорят, а что же будем делать с лифтами? То есть в новой программе поддержки, которая будет с 2021 по 2026 год, этот уже раздел забит. Мы делаем и капитально-восстановительный ремонт, и полную замену, и причем привлекаем и областное софинансирование, что немаловажно. Следующая история. У нас был такой стереотип у жителей о том, что маленькие дома, которые 8, 12, 16 квартир, до 24 квартир, невыгодно им создавать ОСМД. А зараз? Поэтому мы в программу поддержки внесли раздел, который говорит о том, что дома до 1500 квадратных метров, это как раз вот до 24 квартир, единоразово выделяется аварийный фонд в размере 50 тысяч гривен, и они вот этим фондом могут снять аварийные ситуации по инженерным сетям, по электрическим сетям, по кровле, естественно. То есть это им дает возможность сделать этот первый шаг, устранить аварийную ситуацию и ждать капитальный ремонт, ждать уютный двор, собирать какой-то фонд для реализации там, своих проектов и намеченных целей, которые они с совладельцами приняли решение. Пан Владиславе, пан Сергій сказав тільки, що майже положення ідеальне. А ви як голова ОСББ, можете мені сказати, що воно ідеальне? Хто ініціював це положення? А з чим депутати погодилися, з чим не погодились, наприклад? Чи багато від вас було пропозицій? Вы знаете, на самом деле программа поддержки – это живой механизм, который родился в 2016 году. И на самом деле трансформация происходила каждый год. Управление поддержки ОСМД каждый год инициировало какие-то изменения на основании пожеланий председателей ОСМД. И вот новая программа – это просто следующий шаг в трансформации. По поводу идеальности, то, что важно и нужно в настоящий момент, в этом году, да, в ближайшие периоды, эта программа учитывает.
Я думаю, что с развитием решаются одни проблемы, мы акцентируемся на других. Когда программа поддержки была сакцентирована, например, тут, ну, первые конструктивы, кровли, вы видите, сколько много новых кровель. Но сейчас пришло время сакцентировать внимание на лифты, на лифтах. Наши совладельцы давно ждали этого момента, когда можно будет реально по софинансированию заменить лифт. Не ожидать, когда там он станет и будет необходима замена. Вот. Это важный пункт. Сергей Алексеевич сказал, и в том числе и трансформация программы для маленьких домов. Если для аварийных каких-то работ выделяется 20 тысяч, то для маленьких домов в этой программе предусмотрена возможность получения 50 тысяч. Это важно, это серьезное подспорье для такого небольшого дома вот, с небольшим количеством квартир. И на самом деле, да, распространено такое мнение, что маленькому дому тяжело, но они объединяются в ассоциации и вместе продвигаются достаточно успешно. Давайте поговоримо про те, що бентежить всіх жителів Маріуполя, тому що всі з цим стикаються. Я говорю про ті інструменти, які зараз є у ОСББ, для того, щоб була можливість економити кошти на опаленні, бо це дуже важливо. Зараз у нас закінчився опалювальний сезон. Є у нас літо для того, щоб якось виправити якусь історію, яка не дуже влаштовує. От скажіть, будь ласка, ну, може на своєму досвіді, які найкращі інструменти є для цього ОСББ? Да, ви абсолютно праві. В наших платіжках найбільші затрати – це на отоплення. И программа термомодернизации и фонд энергоэффективности Украины, новое государственное учреждение, которое создано, специально создан закон Украины под это учреждение, позволяет сделать комплексную термомодернизацию многоквартирного дома, получить существенную экономию в размерах, в размере 50%, в некоторых случаях даже до 70%. А расскажите покроково, что треба робити? Я бачу, вы с собой теж щось принесли, покажите нам, что це расскажите. Я говорю о программе Фонда энергоэффективности «Энергодом». Вот короткое описание этой программы. А первый шаг в этой программе – энергоаудит. Энергоаудит состоит из трех элементов. Энергетический сертификат, который описывает, что нужно делать пошагово в нашем доме, отчет СВИД за энергетичного аудиту и опыс проекту – это такие таблички, перечень, мы здесь выбираем, что мы хотим сделать в первые шаги, сколько это стоит. Это сама документация уже до вашего ОСББ? Да. Это не приклад, это вы работаете над этим, да. Так? Скажите, отже, починається все, мабуть, з загальних зборів жителів. І вирішення, що так, треба щось робити, будемо термомодернізувати. Далі що? Да, ви абсолютно праві. Головне в СНД – це люди, общее собрання. Не председатель, не правління, общее собрання. Соответственно, перший шаг – це енергоаудит. Це, скажем так, програма дій, на перечень мероприятий, которые необходимы данному конкретному дому. И расчет экономической эффективности, и расчет тех показателей по экономии, которые мы можем получить. Следующий шаг в этой программе – это подача заявки в Фонд энергоэффективности на возмещение средств. Например, наш энергоаудит нашего дома нам обошелся в 23 тысячи гривен. Следующий шаг – общее собрание принимает решение о подаче заявки в Фонд на участие в программе и сразу на возмещение 70% от понесенных затрат на энергоаудит. Это предусматривает программа фонда. Но что самое главное хочется сказать, это уникальная программа и для Украины, но к этой уникальной программе у нас еще есть уникальная программа дополнительно, программа термомодернизации, программа энергоэффективности наша городская. И вот совокупность этих двух программ создает уникальные возможности для ОСМД
города Маріуполя. А давайте поговоримо про гроші. Давайте. Скільки це коштує, скільки це буде коштувати ОСББ, скільки вони повинні заплатити, скільки в цій програмі, наприклад, грошей міського бюджету, а скільки, може, державного? Давайте спочатку поговоримо в общем в процентах. Если мы говорим о пакете Б комплексном с утеплением фасада... А сколько их взагалі? Пакета 2. Ага. Пакет А легкий и пакет Б комплексный. Легкий пакет включает модернизацию системы отопления. Пакет комплексный Б включает и пакет А, и, собственно, основные мероприятия по утеплению фасада, замена остекления, в том числе в квартирах, балконов, лоджий, замена системы отопления, стояки, замена радиаторов. Но, вы знаете, нашим людям очень понравился, как вишенка на торте, вопрос с установкой распределителей тепла, так называемых. То есть ваши жители обрали пакет Б? У нас на настоящий момент в нашем доме идет процесс, живой процесс обсуждения, да? Но выбор пакетов, какие шаги мы будем делать, какие не будем, мы как раз сейчас находимся на этом этапе. Но хочу сказать, что в Мариуполе уже более 30 домов заключили договор на энергоаудит, более половины из них уже энергоаудит выполнили. На сегодняшний день 5 ОСМД уже подали заявку в фонд на участие в программе. И 2 ОСМД, 3 дома, на сегодняшний день уже заканчивают проектно-сметную документацию. И все эти заявки, что я перечислил, это все в пакет Б. И на примере одного из домов, которые подали, вот заканчивают сейчас проектно-сметную документацию, хочу сказать, что, допустим, в этом доме 251 радиатор отопления. Из них 211 радиаторов, владельцы 211 радиаторов, та часть квартир, да, приняла решение об установке распределителей тепла. Распределитель тепла позволяет убавить отопление у себя дома, у себя конкретно на этом радиаторе и меньше заплатить за отопление. Тобто рахується кожна квартира? Не только кожна квартира, а кожний радиатор в этой квартире. Ага. Все ж таки про відсотки. В программе, в пакете Б на долю софинансирования совладельцев остается 20%. 50% возмещает фонд энергоэффективности, 30% дофинансирует городская программа, но что наиболее важно, это то, что мы для участия в этой программе можем взять кредит, и проценты по этому кредиту возвращают проценты программа, городская программа. Нам остается 2% годовых в гривне. Представляете, что такое, да? 2% годовых в гривне. То есть наша переплата, если мы возьмем кредит на 10 лет, наша переплата составит за 10 лет 24% в гривне. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, пан Владислав сказав зараз, що це майже унікальна програма для Маріуполя. Не майже, а унікальна. Унікальна програма для Маріуполя. Скажіть ще, от в чому ця саме унікальність саме для Маріуполя? Влад так очень детально все рассказывал о программе. Если говорить там укрупненно, вы сказали, сколько это стоит, да? Да. Вопрос, сколько это будет стоить, если это не сделать, наверное, вот ключевой вопрос. Потому что тарифы, как мы видим, они только растут вверх. А жители должны принять решение и минимум их остановить, а максимум это сделать их еще ниже. Так вот, при помощи этой программы мы понимаем, что если мы... То есть средняя стоимость с квартиры – это плюс 200 гривен к текущему платежу. Говорить, много это или мало? Ну, наверное, это немного. Но если прочитать вот эти технико-экономические обоснования, которые делают там, при помощи фонда энергоэффективности, то мы понимаем, что за отопительный сезон на 30-50% квитанция будет ниже. А мы понимаем, какие у нас платежи. То есть каждый может для себя прикинуть, и это будет... гораздо эффективнее и гораздо больше тех денег, которых ты платишь. Это первый плюс. Да? Второй плюс. Мы получаем экономию уже сегодня, а выплачиваем на протяжении там, 10 лет. Мы понимаем, как у нас обесценивается гривна и но что будем происходит. На, там, ну, в общем, такое. Происходят вот эти динамики. Плюс мы понимаем, что если мы зашли в комплексную термомодернизацию, то
привлекательность жилья, да, и если ты надумал продать квартиру, намного выше. То есть люди ходят и ищут к дому СМД, где уже есть капитальный ремонт, уютный двор и так далее. То есть вот такие все положительные моменты, они и дают вот этот, ну, плюс, да, и если ставить на чашу весов, мы понимаем, что, наверное, я приобрел квартиру в том доме, где он утеплен, где на каждом радиаторе стоит вот такой там датчик и так далее. Отже, мы про тепло поговорили, давайте поговоримо ще про газ, ще про воду поговоримо, про електропостачання. Чи влаштовуєте ви зустрічі з представниками комунальних підприємств і представників ОСББ? Чи влаштовуєте ви такі зустрічі з жителями? Чи всі проблеми падають на голову ОСББ? Наверное, лучше я. Да, наверное, председатель ОСББ. Да. Вы знаете, на самом деле диалог с коммунальными предприятиями, которые подчиняются Мариупольскому городскому совету, очень динамично развивается за последние годы. И это председатели ОСМД радует. Я не могу сказать, что у нас нет никаких проблем. Но у нас действительно есть диалог. Если не брать вот этот карантинный период, где, ну, действительно есть определенные сложности, управление поддержки организует необходимые встречи. Но у нас помогает с урегулированием каких-то конкретных вопросов там, с этими коммунальными предприятиями. Но кроме предприятий, которые подчиняются Мариупольскому городскому совету, у нас есть коммунальные предприятия национального масштаба. Это газопостачание и электроснабжение. Вот. Здесь уже ситуация немножко, мягко говоря, сложнее. Да. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, коли приймали положення, оце про яке ми говорили, так? Виникало обговорення щодо посилення контролю за діяльністю ОСББ. Я знайшла в цьому положенні декілька пунктів. Ну, по-перше, ОСББ повинні надавати довідку про виконання планових заходів для ефективного управління будинком у січні. Також у січні необхідно надавати до профільного департаменту форму з критеріями оцінки будинків. Треба ще давати аналітичну довідку і теж в січні ще одну. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, це контроль, це посилення контролю? Я розумію, що, ну, зовсім не контролювати цільове витрачання коштів неможливо. Але ж, ну, загвинчувати так гайки теж не можна. Це як? Це посилення? Це просто контроль? Що це? Давайте попытаюсь объяснить, о чем идет речь. На самом деле это то, чего не хватало в том числе и председателям. Объясню почему. Мы просим сдавать один раз в год всего лишь две справочки. Одна аналитическая справка, в которой есть постоянная часть, ну, доходы и постоянная часть расходов. Почему? Потому что и председателю, и правлению, и совладельцам легче с этим работать. Мы, если анализируем одинаковые однотипные дома и понимаем, что за электроэнергию один дом платит больше, чем другой, мы уже сигнализируем и правлению, и председателю о том, что обратите внимание, что-то у вас происходит, нам нужно перейти на какой-то, ну, провести какую-то энергомодернизацию, перейти, может быть, на LED-освещение, поменять провода и так далее и тому подобное, и вы начнете экономить. То есть наша задача, чтобы дом, проживая месяц, год, 10 лет, с каждым месяцем все накапливал и накапливал средства и уже участвовал вот в таких масштабных программах. Потому что если у них будет бюджет проедания, собрали 10 тысяч гривен и проели 10 тысяч гривен в месяц, мы понимаем, что это путь куда? В никуда. А как вы контролируете достоверность информации в тех довідках? Ну, у нас же председатель ответственный, это первое лицо дома, руководитель этого предприятия, он дает эту справку. То есть у нас нет задачи их контролировать и как-то ущемлять. И мы говорим о том, что эта справка нужна для вас же, для развития вас. И вторая справка, о которой мы говорили, это выполнение плановых мероприятий.
нужны системные как бы обход дома, да, мы должны, председатель со своим правлением или с инициативным жителем должен зайти в подвал, должен подняться на кровлю, посмотреть свои швы межпанельные. Если есть в этом какая-то проблематика, у нас есть решение, у нас есть конкурс мини-проектов, подать туда заявку. Точно так же электрощитовую, ее один раз в год нужно обследовать. Точно так нужно посмотреть заземление дома, потому что это все вызывает аварии. А когда уже случается авария, мы понимаем, что 9-этажный 4-подъездный дом, 144 семьи либо без света, либо без газа. Ну, это неправильно. Пане Владиславе, скажите, наскільки успіх в роботі залежить від того, наскільки активні жителі? Чи вистачає тільки активного голови? Наприклад, були в вашій практиці такі проєкти, коли просто жителі не змогли домовитися один з одним і проєкт завмирає? На самом деле, конечно, участие людей играет огромную роль. Кроме того, что они принимают решения и платят взносы, и, как Сергей Алексеевич сказал, это бюджет развития или бюджет проедания, еще важно формирование из совладельцев коллективного собственника многоквартирного дома, хозяина. А просто один председатель, если он будет бегать и решать какие-то проблемы, а никто не будет переживать за свое имущество, я не думаю, что в этом доме что-то получится. Конечно, бывают ситуации, когда не находится взаимопонимание, ну это люди, конечно, это бывает. Особенно сейчас мы наблюдаем, когда обсуждаем программы термомодернизации. Это глобальные проекты. Люди боятся слова «кредит». Люди боятся чего-то нового. Люди просто не доверяют, когда им говоришь, что вы можете сэкономленными на отопление деньгами получить более комфортные условия проживания. Ну не таке же нове, вже ж ОСББ працює, а були якісь проєкти, вони виконані, є де подивитися, є оцінити, можна ж оцінити, ну як це так? Да, на самом деле это не первый шаг по термомодернизации. Все начиналось с теплых кредитов. Теплые кредиты в Украине начинались в 2014 году. В Мариуполе управление поддержки проводило семинары, тренинги для этой программы в 2016 году и 2017. И вот в 2017 году был выдан первый теплый кредит в Украине. Действительно, люди сомневались, и председатели ОСМД, и совладельцы. В следующем году, в 2018, уже 10 теплых кредитов люди начали, ну, распробовали. Что интересно, в 2019 136, в 2020 у нас в январе было более 400 заявок. Реально, учитывая финансирование государственное, реально было выполнено 152 проекта. Но опять-таки, когда мы говорим, вот вы применяли слово «контроль», а Сергей Алексеевич говорил о взаимодействии и о подсказках. Город уже акцентировал внимание в 2020 году на те мероприятия, которые дадут экономию. Те мероприятия, которые позволят сделать первый шаг по термомодернизации и установить индивидуальные тепловые пункты. И средний кредит в 2020 году был уже около 500 000 гривен, а в 2019 порядка 178 тысяч, например. А ваші плани, я так зрозуміла, на 2021 рік – це термомодернізація, правильно? Я думаю, що це плани нашого міста на ближайші 10 років. Тому що ми хочемо бачити не тільки красиві дома, красиві двори, але й красиві дома. Утепленные, красиво раскрашенные, с замененными лоджиями, балконами единого дизайна. Нам же этого хочется. И этот проект эту возможность дает. Этот проект в совокупности с программой поддержки ОСНД. Сергей Алексеевич не сказал, но у нас уникальная программа, с полной уверенностью могу об этом говорить, зная программы поддержки в Украине, в дома ОСНД в Мариуполе вложено около 1 000 000 000 гривен. С момента старта программы поддержки 1 000 000 000 гривен. В этом году 280 миллионов. Это финансирование сопоставимо с финансированием, я не знаю, Киева, Мариуполя, Киев, да? Вот. Я перепрошу, у нас зовсім небагато часу. Останнє моє запитання вже до пана Сергія. Скажіть, будь ласка, у департамента які плани на 2021 рік?
Планы, мы, ну, если говорим про программу поддержки ОСМД, Звычайно. То сегодня мы, естественно, про ОСББ. Делаем, ремонтируем кровли, инженерные сети отопления, электрическую часть и ключевое – это наши уютные дворы. И, ну, более мелкие – это мини-проекты, которые мы на данный момент уже публикуемся, председателям информация вся доведена, и уже на многих объектах уже работают подрядчики. Угу. Пане Сергію, еще одно запитание. Я знаю, что бывают такие ситуации, когда жители іноді не можуть порозумітись, хто що більше хоче. Хтось хоче майданчики і квіти, а хтось хоче парковки. Це є теж проблема для ОСМД, для прибудинкових територій. Скажіть, будь ласка, є у вас якісь приклади, коли ця проблема вирішилась і всі задоволені? Я считаю, что как раз взаимодействие, общение с совладельцем, возможность находить совместное решение – это как раз идея ОСМД. Действительно, на начальном этапе каких-то согласований, как вы говорите, детские площадки и парковки, могут быть конфронтации из разряда «А зачем нам эти машины газуют?». И когда люди находят взаимодействие и понимание, что если мы не сделаем гостевые парковки, подчеркиваю, не стоянки, гостевые парковки, то автомобили не будут ставить нам на голове и на детские площадки, как это происходит в других дворах. С другой стороны, детские площадки... Ну, проблема зрозуміла, але вирішення... Я же говорю, решение находится в плоскости взаимодействия, взаимопонимания. Конкретно в нашем доме вопрос об устройстве парковки, да, мы взаимодействовали, ну, наверное, более года, находили общий язык, и мы его нашли. На сегодняшний день у нас есть возможность в наш двор приехать и поставить машину гостям. И у нас жители нашего дома не бросают на круглосуточно машины, чтобы забить эту небольшую гостевую парковку. Дякую. И останнє питання. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви збалансованістю державних програм і міських програм підтримки ОСББ? Ну, хотелось бы, чтобы на уровне государства, да, программы были более шире. Как мы уже говорили, да, вот по программе по лифтам она в принципе не покрывается ничем. Это хорошо, что городского голову поддержал губернатор и открыл такую возможность именно для города Мариуполя. Поэтому хотелось бы, чтобы государство более было вовлечено, да, в процесс реконструкции жилого фонда, многоквартирного жилого фонда, потому что это приносит, конечно, большие результаты. Я вам дякую, панове, за сьогоднішню бесіду. Друзі, час завершувати. Говорили ми сьогодні про ОСББ і будемо продовжувати. На все добре.